Даже не знаю, показываться вам или не показываться. Мы пока смотрим издалека на цветы. И что-то шумит, да, это я. Это я шумлю. Ну вот даже не знаю, надо ли вам показаться. Точно, вы угадали, ингалятор, вот он. Вот они, волшебные кнопки пик. Вот он, шнур, который ведет ко мне. Вот они, мои лекарства. Вирадуал. С физраствором, он же натрия хлорид. Нет, я не ем. Итак, слабонервных прошу отойти от экрана. Hello. Кутью готовить не буду. Я еле нашла в себе силы сделать ингаляцию. Видите, еще намазалась слизью улитки. Видите, все самое мерзкое и противное сегодня в нашем перископе. Здравствуйте, друзья! Это я, страшнюшка Кикимарушка. Дышу. Зайка здесь, да, от вас, дочь. А как же, все игрушки, которые вы нам дарите, они у нас. Вот он, зайка, поскакайка. С оранжевой морковкой, зелененькой ботвой. Вот он, зайка. Только тут была какая-то бумажка, я помню, когда уезжала, прицеплена. Но, видимо, Семочка ее уже приватизировал. Хотя нет, вот она и бумажка. Она же сумочка. Сейчас откроем ее. Ну вот у меня вот такая вот фигня после моих обтираний снегом, после этих всех перелетов, спектаклей, переездов по 4 часа в Тулу и назад, я поняла, что я опять начинаю кашлять. Пульмикорт у меня тоже есть, друзья мои, но пульмикорт, я ходила к доктору, и мне все-таки, осмотрев меня и так далее, услышав мои жалобы, сказали, что надо остановиться на каком-нибудь одном лекарстве. Вот, кстати, да, пульмикорт гормональный. Вот, это был аргумент, который полностью меня убедил, что пульмикорт использовать не надо. А вот бирадуал, он как раз то, что надо. Вот, так что я страшная, я предупреждала, не надо было заходить и смотреть сейчас мой выход в перископ. Не надо было. Вот. Я в космолете. Так, какой-то дурак. Нейл, давай, вали отсюда. Нейл, ноготок ты мой. Пульмикорт нельзя, да, совершенно правильно. Виталик, привет тебе с нашего космического корабля. В Сочи прошло неплохо. То их принимают вместе. Ну, мне помогает, мне просто уже вроде прошел кашель, а сейчас опять он появился. Вот. Бирадуал сильный тоже гормон. Не знаю, ребят. Ну, бирадуал не лечит. Но мне два врача, один из них лор, другой из них главврач больницы, прописали делать неделю ингаляцию именно с бирадуалом, поэтому, друзья мои, не буду сейчас я слушать вас, буду слушать доктора, потому что доктор для меня на данный момент авторитетней, тем более, что у меня, в принципе, фактически на следующий день перестал быть большой кашель, но сегодня я начала опять покашливать. Привет, Зеленоград. Не знаю, захочет ли Щеглов Сергей такой привет, но тем не менее, заказ есть заказ. Щеглов Сергей, передаю тебе привет. Дышу на тебя своим паром,
своим ингалятором и слизью улитки на лице. Да, не знаю, какие планы, честно говоря, я очень замоталась, очень мне как-то прям тяжко. Поэтому, не знаю, вот сейчас я подышу, лягу спать, даже ужинать не буду. А если кашель во время спектакля, это жесть. У меня всегда везде лежит, во-первых, стрепсилс в каждой кулисе на спектаклях. А, во-вторых, теплая вода, которую я тоже пью. Ну и в перерывах я прыскаю, у меня еще есть такой ингалятор Бирадуал, у меня есть на всякий случай снимающий кашель, такая еще не помню название, какая-то банка. Вот, поэтому очень редко, когда на спектакле действительно бывает кашель. Колбаска, да, была очень вкусная, очень. Конечно же, лучше бы она все-таки была не с нарезным бы батоном, а с черным бы хлебушком, еще с огуречиком или с помидориком. Но как-то так. О, Евгений, вот видите, Евгений 71. Уже вас узнаю по лицу. Посмотрела ваши все подарочки, красивые, брендированные с вашим проектом. Спасибо большое, вам удачи. Вам удачи в ваших начинаниях. Не буду уже ни теплое молочко, ничего, подышу сейчас. И лягу спать. Вот умылась хоть, слава богу, посмывала все свои тени. Вы съели печень трески. Ой, как я люблю печень трески. Да еще так с лучочком туда хорошенько. Цветов не принесли. Ну почему? Все принесли, все в порядке. Лекарства. Ну, во-первых, взрослые лекарства и детские отличаются, хотя этот ингалятор использует и Семочка тоже. Снег есть, да, снега прилично. Препарат, вот, который я дышу, и его, кстати, можно и детям. Бирадуал. Смешиваю его, там есть внутри дозировка, детям, естественно, меньше, взрослым больше, и разбавляю физраствором и делаю ингаляцию. Ресницы нарощены, естественно, откуда у меня свои такие ресницы. Да, поэтому используйте, я думаю, что это не навредит. Серж Данилов, ты самый лучший. Серж Данилов, ты крыши тучи. Или выше тучи. Для чего ингаляция? Покашливаю. Ну вот уже там начинает музей оружия. А, вы рассказывали Октаю про музей оружия. Ну, мне-то оружие, как вы понимаете, до лампочки неинтересно. Нет, я после купания и обтирания снегом навряд ли заболела. Потому что целый день вчера все было круто. И даже сегодня целый день было круто. И вот уже когда я ехала назад сегодня домой в машине из Тулы со спектакля, начался опять у меня кашель, как будто все пошло по новой. Поэтому сейчас подышу, в принципе, очень хочу спать, реально. Нет, я не потела, на лице маска слизь улитки, тоже звучит красиво. И все самое худшее я показываю вам, мои дорогие перископщики. Ну, самое лучшее можно посмотреть у каких-нибудь наших красоток. Там, смотрите, бриллианты, наряды, силиконовые губы и груди. У нас этого нет, у нас все свое родное. Ну, ресницы, да, нарощенные, потому что в последнее время я на них подсела.
Но ресницы можно оторвать, а губы уже не выточишь, грудь тоже. Вот советую вот эту маску. Сейчас, кстати, я заканчиваю дышать и покажу вам, пока я не выбросила коробочку. Сейчас я вам покажу эту маску. Это лицо не потное, лицо в маске. Сейчас я вам ее покажу. Маска блестящая, видите, вот такая вот. Капуста где? Которую я заработала, в смысле? Нет, это не тайская косметика, это китайская косметика, что касаемо этой маски. Александра, тебе привет от Марика. Я Марик, Александра. Сейчас я покажу вам эту коробочку маски. Пискун. Пискун, Данила. Пискун, пискун, тебе привет, 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 привет. Сейчас покажу маску, хочу уже тут до дна выдышать. Ребенок в порядке. Спасибо, зарядки. Так, все, я выключаю маску. Капусту на лицо. Да нет, пожалуй, капусту на лицо не стоит. Так, вот опять. Вот, видите, выдышала всю положенную норму. Сейчас я почитаю тут, кстати, от зайчика. Тот, кто подарил мне этого зайчика. Дорогой Сёма. Сёмочки от Алёнки. От Алёнка сделала зайчика нам. Так, хорошо. Сейчас я вам показываю маску. И ложусь спать. Ванечка, привет. Ванюшка, привет. Такую не помню, пробовала или нет. Так, сейчас показываю. Итак, вот эта маска, которая у меня сейчас на лице, которой вы заподозрили, что я вспотела. Вот, сейчас как бы вам так ее показать. Вот она, видите, нарисована улиточка. Что-то там написано на китайском. Вот. Что-то написано на английском. Короче, вот такая вот маска, которая сейчас нанесена на моем лице. Так. Конечно, хочется есть, честно говоря, опять. Ну, ужасно прям. Может быть, чесночка все-таки. Нет, я не боюсь. Я покупала, это Анфиса всегда рекламирует эту историю. Вот она, кстати, посмотрите, какая она красивая, когда она уже просто баночка, она золотая такая, видите, улитка. Я уже одну такую использовала банку, сейчас я открыла вторую. Не бойтесь мазать улиток абсолютно, конечно, звучит это неприятно, но эффект хороший. Так, ребятки, ну я не знаю. Нет, я не буду все-таки есть. Воздержусь. Есть не буду. Пойду я спать. Капусту. Какую капусту я должна поесть? Я не пойму. Квашеной капустки. А у меня сейчас квашеной капустки нет. Нету. Посмотрю, если вдруг мне замариновали лук, я, может быть, его и съем. Но боюсь, что его мне не замариновали. Значит, не судьба. Значит, не судьба. Ну, холодец этот хоть едят у меня. Или такой у меня стоит. Едят. Холодец есть. Ах ты, холодечек, холодец. Да. Уши еще есть. Все есть у меня. Но я не буду уже сегодня есть, потому что я должна поспать. Ой, вот эти классные телефоны. Да не покажу я вам мужа. Вы знаете, что мой муж не любит показываться народу. Поэтому мужа я вам не покажу. Муж у меня теперь засекречен.
Уши с холодцом. Еще какие-то цветы сохранились. Из Сочи я не везла цветы. Так, ладно. Все, отправляюсь я спать. Так, какой сегодня день недели, скажите мне? Вернее, завтра с утра какой будет день недели? А какой завтра будет день недели, скажите мне? Завтра вторник? Или завтра среда? Завтра среда, да? Значит, сейчас я должна посмотреть. Среда, что у меня есть? У меня с 9 утра йога, нафиг. Я буду спать. Я хотела завтра пойти... Все, поняла уже редко, что будет среда. Видите, кашель прорывается. Так, я хотела завтра пойти на... Не знаю, сколько стоит маска. Это, по-моему, Мама Тао. Инстаграм. Мама Тао. Среда. Что ж, у меня нету... У меня нету водных занятий, что ли? Очень странно. Не, на йогу я... Вот, вот они, водные программы. Ну, йогу нафиг. Ну, вот есть вариант аквафристайл. В 13 не успеваю. У меня в 2 надо быть уже далеко. Значит, в 11. В 11 пойду на акваэробику. Да, вот так. Да, я хочу на акваэробику сходить и в баньку. Так, все, тут я гашу свет. Так, не соблазняйте меня, я сама я так очень хочу покушать. Понимаю, что не надо. Так, вообще надо, конечно, еще залезть в чемодан. В общем, какой-то кошмар. Я с вами вместе хожу. Как какая-то балда просто. Хожу, места себе не нахожу. Я же говорила вам, Анна Панжера, у меня любимые духи. Ходим по темноте с вами вместе. Возьму я с собой пакет с лекарствами. Мы пошли жрать. Видите, вот вам. А я взяла себе ведерочко гиацинтов. Поставлю их возле постели. Буду нюхать. Блестеть слизью улитки. И нюхать розовые гиацинты. Правильно, ешьте. Я тоже ем перед сном. Нет, я маску оставлю. Вот эриспал, точно эриспал у меня есть с собой, но он не лечит. Как раз он только заглушает.